Анонс и точная дата выхода 70-й серии турецкого сериала «Однажды в Чукурова». 70-я серия сериала выйдет в эфир 29 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как с сыном Зулейхи произошел несчастный случай, и она сразу же бросилась к нему в комнату. Все дело в том, что послышался выстрел, и скорее всего мальчик играл с пистолетом и случайно нажал на курок. В это время рядом с Зулейхой были Йылмаз, Демир, а также Хинкар, и они также поспешили узнать, что случилось с ребенком. Когда они вошли в комнату, то увидели Аднана, лежащего на полу. Зулейха сразу же взяла его на руки и поспешила доставить в больницу. Никто не может понять, почему с Аднаном случилось такое горе и по каким причинам он должен расплачиваться за грехи взрослых. Ведь он совсем еще маленький и беззащитный. Этого никак не должно было случиться. Как всем пережить это горе? Зулейха понимает, что если Аднан не выживет, то она не сможет это пережить, и в ее жизни не будет больше смысла. Она не может потерять своего ребенка и не простит себе этого. Йылмаз пребывает в шоковом состоянии, и он не знает, как ему успокоить Зулейху. Ему хотелось бы все исправить, но время вернуть невозможно, и что теперь будет делать дальше? Неужели врачи не смогут спасти жизнь маленького Аднана, и он погибнет? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 70-я серия сериала выйдет в эфир 29 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.